Если медведи были, хоть и поролоновые, то вот цыгане, на первый взгляд, самые настоящие. Хотя подождите, при чем тут цыгане? Масленица. Наверное, это нужно вырезать, я не знаю. Ну как там, блины? Встреча весны, конечно. Конечно, встреча весны и провод тяжелый, холодный, а раньше еще и голодной зимы – лейтмотив, объединяющий многие культурные традиции. Иногда такой многослойный культурный пирог делали специально, чтобы люди привыкали к новым обычаям. Так, некоторые христианские праздники берут истоки у языческих, только называются по-другому. Своими корнями празднование Масленицы уходит глубоко в историю еще до христианской России. Правда, и сегодня ее главный символ – сожжение соломенного чучела – выглядит вполне себе язычески. Правда, не все обычаи сохранились в неизменной форме. Сегодня, например, соломенное чучело не будут сжигать, а запустят его в небо. Сожжение чучела как символ очищения выглядит, конечно, более убедительно. Но от каждой новой эпохи Масленице достается что-то свое. Теперь вот забота об окружающей среде. Именно по этим соображениям в новом лесопарке отказались от открытого огня. Например, вот куколки сегодняшние, которые делали Масленицы. Очень многие люди, ну, видимо, вкладывая туда все свое умение и души, сделали очень большими. И они не полетели. А куколки придется переделывать, запускать в небо снова. Ну и ладно, значит, будет больше. Самое главное, мы ее запустим, и наше желание исполнится. Приживется ли новая Масленица, узнаем в следующем году. А проводы зимы прошли по-весеннему свежо. Кстати, по данным организаторов, в этот день Горкинско-Аметьевский парк посетили более 10 тысяч человек. Пусть полежит. До Масленицы. Эмиль Исламов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.